Смотрите в больших новостях на этой неделе. Ночная трагедия. Как спасали людей после взрыва в пятиэтажке Тараза. Крики страшные. Все бежали, кто вломился туда, вытаскивали. Кто виноват в ЧП и будут ли массово проверять газовое оборудование в жилых домах. Звезды сошлись. Как долго усидят новые министры в своих креслах? Могут быть и потери, подставы, денежные, не очень благоприятные периоды. Какая судьба ждет 11-е правительство и справится ли премьер с трудными задачами? Белый яд. Почему казахстанцы едят соль стаканами? Как мы попали в лидеры потребления опасной приправы? Этот бутерброд, скорее всего, покрывает всю суточную норму соли. Может ли соль довести до инвалидности и в каких продуктах она скрывается? Встречаемся в субботу в 9 вечера.